населению. Российские котлостроители продолжают модернизировать энергетические объекты Казахстана. Полувековой опыт Подольского машиностроительного завода по эффективному сжиганию низкосортного топлива в котлах позволяет предприятию выполнить масштабные проекты реконструкции котлоагрегатов, выработавших ресурс. Первый проект глубокой модернизации котельной установки Подольский машиностроительный завод выполнил еще на электростанции Евразиатской энергетической корпорации в городе Аксу. Тогда паропроизводительность котлов увеличилась, повысилась мощность энергоблоков, заметно улучшились технико-экономические показатели. Сегодня предприятие участвует в техническом перевооружении энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1. Для восстановительного ремонта энергоблоков номер 1 и номер 2 ЗИО разработал проект глубокой модернизации котлов П-57, в результате которой будут улучшены технико-экономические показатели котла, приведены к нормативным показателям выбросы вредных веществ, будет снижена себестоимость производства электроэнергии. Новый проект завода в Казахстане – реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2, а именно модернизация станционной котельной установки номер 8. В результате реконструкции будет уменьшен абразивный износ поверхностей нагрева котла, увеличен коэффициент полезного действия работы оборудования, а также соблюдены все нормы и требования Республики Казахстан. Денежные переводы физических лиц из России в страны СНГ за год выросли на 20%. Больше всего денег было перечислено.